Привет, это снова канал IT User Help. Сегодня у меня есть очень интересное и классное приложение для твоего смартфона, с помощью которого ты сможешь намного ускорить работу с твоим смартфоном. То есть то, как быстро ты получаешь доступ к тем приложениям и вообще действиям, которые ты чаще всего делаешь в смартфоне. Как ты знаешь, на компьютере есть такие вещи, как ярлыки. Это быстрый доступ к программам, приложениям. Ярлык можно назначить и на файл, либо папку. То же самое можно сделать и в Android. К примеру, как видишь, вот здесь я создал несколько ярлыков на абсолютно разные типы данных. К примеру, я могу нажать сюда, и у меня сразу открывается файл. Какой-то определенный файл, то есть можно сделать на любой. Может быть, это какой-то фильм или видеоролик, который ты часто смотришь. Может быть, это картинка в данном, когда в моем случае это просто фото. Может быть, песня какая-то, музыка. Это может быть что угодно. Может на другой тип данных использовать, например, контакт. Контакт, которому ты часто звонишь, чтобы не заходить в телефонную книгу, ты можешь нажать на этот ярлык, и сразу откроется контакт. Может быть, это фонарик, к примеру. То есть, чтобы не лезть в настройки, не включать где-то там на фонарик, раз клацнул на иконку на рабочем столе, на главном экране, и у тебя открылся фонарик. А может быть, это будет просто папка, вот как здесь. Чтобы не искать какую-то папку, которой ты часто пользуешься в твоем файл-менеджере, например, заходить вот сюда, сюда и дальше там где-то искать, ты можешь любую папку добавить прямо на рабочий стол с помощью определенного приложения, о котором мы сегодня поговорим. И для этого давай зайдем в Google Play Market и в поиске английскими символами введем Shortcut. Нажимаем поиск, и нам нужно приложение Shortcut Maker от разработчика Android RK. Как видишь, у приложения 4.6 оценки. И очень хорошие отзывы. Можно почитать. Весьма хорошие отзывы. У приложения большое количество настроек, поэтому давай не теряя времени, сразу его откроем. Вот так выглядит иконка. Вот так выглядит главный экран. Здесь вверху все эти плитки, это то, что ты можешь добавить и сделать в качестве ярлыка. Это приложение, то есть абсолютно все приложения, ты сможешь, которые установлены на твоем смартфоне, ты сможешь сделать ярлык на любое из них. Далее действия. Большое количество действий. В каждом из этих действий еще поддействия. То есть, например, Bluetooth, можно выбрать, что именно в Bluetooth. Там подключение, отключение и так далее. То есть здесь, если снимать подробное видео, то это будет на несколько дней, потому что если по каждой функции. Поэтому сейчас я расскажу об основных, но знай, что это далеко-далеко не все. Ну вот, контакты, к примеру, ты можешь выбрать любой контакт в качестве ярлыка на рабочий стол. Папки, ты можешь выбрать любую папку на своем смартфоне, чтобы запускать ее в один клик. Далее файлы, то же самое, выбираешь любой файл на своем смартфоне и можно запускать его с одного клика. Намерения, здесь просто большое количество действий, здесь есть, по-моему, фонарь здесь находится, настройки, какой-нибудь пункт настроек. Также есть отдельно настройки. Например, настройки действий. Здесь большое количество разных настроек. То есть любой пункт из настроек практически можно вывести на экран и получать сразу доступ. То есть, чтобы не заходить, например, ты там часто меняешь какой-то пункт в настройках, чтобы не заходить постоянно в настройки, искать его.
открывать, можешь сразу добавить его из вот этих всех пунктов, найти его и добавить на рабочий стол. Также можно добавить веб-сайты. К примеру, у тебя есть какие-то сайты, которые ты часто посещаешь. Можно добавить довольно легко. К примеру, я сделал ссылку на канал. То есть, если есть, или может быть, у тебя есть на YouTube какие-то каналы, которые ты смотришь особенно часто и наиболее любимые, ты можешь их добавить прямо вот на эту ссылку. Раз. Так, давай попробуем добавить сами сейчас. Например, откроем YouTube, допустим, на вот этот канал мы хотим, к примеру, сделать ссылку на рабочем столе. Нажимаем три точки, поделиться, копировать ссылку. Скопировали. Далее нажимаем shortcut, наше приложение, сейчас я, веб-сайты, название и рука. Ссылку на сайт либо канал, смотря что мы будем добавлять. Выбираем поместить на главный экран, здесь можно выбрать вверху иконку, здесь название можно выбрать, поменять, значок, ссылка. И нажимаем создать ярлык, добавить. Вот у нас появилось. Нажимаем, открывается сразу, не просто YouTube открывается, а открывается именно тот канал, который мы добавили. Как видишь, еще раз закрываю YouTube, нажимаем на ярлык, открывается сразу тот канал, который мы добавили. Может быть, это будет какая-то ссылка на сайт, либо даже на страницу в интернете, которую ты часто читаешь, и можешь прямо отсюда с главного экрана запускать. Можешь сделать еще один экран чисто для ссылок, которыми чаще всего пользуешься. Еще одна интересная функция — это разделение экрана. Ты выбираешь два приложения, это если у тебя Android 9 или выше, то ты можешь сделать такой ярлык, с помощью нажав на который два приложения, которыми ты пользуешься чаще всего, будут в режиме разделения экрана. Для этого мы здесь интерфейс на английском, но я сейчас покажу. Нажимаем Top App, это приложение, которое вверху, то есть, например, WhatsApp, и Bottom App, это приложение, которое будет внизу, к примеру, YouTube. Нажимаем поместить на главный экран. Создать ярлык, добавить. Так, секунду. Вот она ссылка, нажимаем. И у нас два приложения открываются в режиме разделения экрана. То есть, если ты выбрал, например, какой-нибудь мессенджер и какое-нибудь мультимедийное приложение, ты можешь одновременно и общаться в, к примеру, WhatsApp и смотреть видос. Можешь выбрать и другие любые приложения и одновременно запускать их на одном экране. Довольно удобный функционал. Ну и также хочу повторить, что здесь есть еще, помимо всего этого, большое количество и других настроек, которыми ты можешь поиграться и в зависимости от своих задач установить те ярлыки, которыми наиболее часто пользуешься. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал. Оставляю любой комментарий под этим видео. Всем пока!